Всем привет, ребята, и сегодня я буду делать реакцию на Дом Студио. Буду делать почаще ролики, наверное. Скибиди Туалет, Мультиверс, 0.2. Так, 37 среди роликов о видеоиграх на вкладке тренде. Ребята, объясните мне, при чем тут видеоигры? Я понимаю, но это, конечно, но это не выглядит то, что в SFM делали. Это как будто бы Blender 3D. И какая-то другая программа. Ну ладно, давайте уже начинать. Это скипиди базы? А что тут горит так? Почему он пизданулся об воздух? Ты ufo-шка. Это что? Это что? Это кость у него? Как всегда. Думаю, это дрель-вумен будет. Он вернулся, он вернулся. А, нет, это не Клокман. О, прикольно. А почему? А, да, похуй. Это типа детонация будет? Или что? Нет, да ёпти. Нет, всё, это конец. Это что там у него? А что у него с колонками? И где у него пушка? Да, это я не знаю. О. Нет, опять это бомба. Сейчас будет как в 64-м или... Да, как в 64-м будет. О, тут, кстати, упал скибидист этот. Ну, главное, дрильмен выжил. Клокмен, клокмены пришли. Это клоквумен. Опять он пизданулся. Сейчас его опять будут 500 миллиардов лет чинить. Это что? Минута! А, видео, кстати, 5 минут длится. Скибидисты сейчас выйдут, наверное. А как она дым остановила? Погоди, что нахуй? Чего? Нет, все. Пим, пим. Борода!
сделал. Гениальный момент. Как они, блядь, про это узнают всегда? Что это за вумен? Это был звук жителя? Мне кажется, или тут детали и спор вумена? Да что, блядь? Ну ладно, гайз, всем пока и удачи. Ссылку на всю я оставлю в описании. Всем пока.